Ну, а мы идем дальше, продолжаем смотреть за произвольным танцем. И сейчас еще одна тема на мелодии из творчества Майкла Джексона. Это Пенни Кумс и Николас Бакланд, спортсмены, представляющие Великобританию и находящиеся после короткого танца на 9-й позиции. Кто еще по-прежнему не проснулся,
Утренняя гимнастика только что. От Пенни Кумса и Николаса Бакланда оригинальная очень танцевальная пара, которая исповедует собственный стиль и старается работать на собственных сильных сторонах. И это, надо признать, у них с каждым годом все лучше и лучше получается. В частности, ведь именно эти спортсмены попали, попали на пьедестал почета на минувшем чемпионате Европы, который прошел в Будапеште, и отодвинули за пределы этого самого пьедестала сразу два российских дуэта. Катя, как вы ухитрились проиграть британцам? Пожимаем плечами. Да, да, я спрашиваю, конечно, конечно. Потому что я-то всегда за наших болею, а тут Кумс Бакланд выигрывает вдруг. Ну, очень, конечно, уважаю я Евгения Платова, двукратный олимпийский чемпион. Таких в танцах, напомню, нет. И, конечно, он очень грамотно выстраивает подготовку и, собственно, все программы Николсу и Пенни, и они пользуются именно тем, что у них получается лучше всего. То есть какими-то акробатическими моментами. Да, безумными поддержками. Именно безумными. Вот да. Именно безумными поддержками. И сейчас мы видели, что несколько вращательных поддержек были невероятно сложными, но, учитывая разницу в росте... Да. Вот, например, заход. Самое начало, да. Просто с ума сойти. Ух, попала она ему в подбородок, да. Но Николас совершенно этого практически не заметил. Было впереди еще больше 4 минут танца, и он спокойно это пережил. Да. А что касается твизлов, то они... Ее как-то шатало, мне кажется, на каждом твизле. Немножко, да, не чисто сделано. Но могу сказать, что предыдущий Майкл Джексон меня впечатлил намного больше. Но предыдущий Майкл Джексон и получил за технику 48.